Мы предлагаем вашему вниманию рубрику «Афиша», которую сегодня представляет Илья Кремнев. Привет, Илья! Впереди два выходных. Куда посоветуешь сходить? Привет, Татьяна! Сейчас расскажу. Начнем, как водится, с субботы. В музее-заповеднике Горки Ленинский в этот день откроется выставка «История Русской Православной Церкви в 20 веке». Этот период самый трагический за все время ее существования. Борьба с религией стала частью политики, пришедших к власти большевиков. Начались аресты и убийства священнослужителей, уничтожались древнейшие храмы. Все это ярко рассказывают экспонаты выставки. Начало экспозиции в 12 часов. От серьезных тем к легким. В центральной районной библиотеке клуб интересных встреч. В гостях актеры театра и кино Светлана Потанина и Михаил Блыщик. Начнется встреча в 16:00, также 4 марта. В продолжении театральной темы в кинотеатре «Искра» творческий коллектив «Твит» представит спектакль «Голубцы по объявлению» по пьесе Антона Финка. Тема очень актуальна. Как сохранить нормальные, теплые, душевные отношения в браке между мужем и женой? Спектакль будет показан 4 марта в 16:00. Любителям изобразительного искусства советую сходить в эти выходные в историко-культурный центр, где открыта выставка заслуженного художника Российской Федерации Ларисы Сергеевой, автора многих пейзажей Подмосковья, Крыма, Белоруссии, Италии, Сербии и Хорватии. Перейдем к воскресенью. В этот день также есть интересные мероприятия. Например, игровая программа под названием «Девчата рулят». Время проведения – полдень, место – кинотеатр «Искра». В историко-культурном центре концерт творческих коллективов «Города Видное». Программа называется «Милым мамам наш подарок». Начало в 14:00. И в завершении о спорте. Во Дворце спорта «Видное» в рамках первенства Московской области по баскетболу среди девушек видновчанки встретятся со спортсменками из Красногорска. Начало противостояния в 14:00. У меня все, Татьяна. Насыщенных тебе выходных. Спасибо, Илья. Тебе желаю того же.